Сейчас о том, куда отправятся выходные виртуальные миры, большой фестиваль спорта в парке Кузьминки или юбилей Дома музыки, где обязательно стоит побывать. О самых ярких и интересных событиях расскажет Анна Балан. Ровно 15 лет назад Московский дом музыки появился на этом месте. За эти годы он стал центром притяжения артистов мирового уровня. Новый юбилейный сезон докажет это в очередной раз. Зрителей ждет масса музыкальных сюрпризов. И первый уже в это воскресенье. На открытие Московского международного фестиваля Владимир Спиваков приглашает, приедет дива барочной оперы Симона Кермес. А на следующий день на одной сцене встретятся известные ударники со всей страны. В честь столетия со дня рождения джазового барабанщика всех времен Бадди Ричи они исполнят свои лучшие произведения.